большой привет! Всем большой привет! С вами опять Баба Вера. Я на карантине. Я всех призываю, сидите дома, не выходите, берегите свои жизни. Они дороже, ничего нет дороже, чем жизни. Поэтому я сижу на карантине, смотрю ролики, клипы, снимаю для вас реакции. Короче, дышу в окно только свежим воздухом или на балкон выхожу. Так что и вы давайте так. Сказано карантин, значит карантин. Выполняю все предсказания. А сейчас вот тут Настя Каменская. Карантин выпустила небольшой свой, так сказать, на одну минутку это. И я предлагаю, нам же делать нечего. Будем смотреть все подряд. Тем более карантин вышла, там Потап со своей бригадой мозги выпустили. Теперь вот Настя Каменских. Короче, смотрим такие клипы, призывы или эти рассказы о том, что они делают на карантине. Ну, я не знаю, о чем тут. Или Настя Каменских будет призывать. Потапа мы с вами уже смотрели. А теперь этот, ну что? Что ж нам там Настя приготовила, сидя на карантине? Поехали! Да, сидит, вы видели, на кровати. ¿Cómo va la cuarentena? Si te pusiste triste, ve a ver peli buena. No te preocupes de lo que pasa. Ánimo y no salgas de casa. Что ты будешь делать? Когда ты на карантине? Можно перемирить дома юбки все свои. От Макси и до мини. What you gonna do? In quarantine mode. You can call your brother, collect your puzzle and sport. Що будеш робити? Лежачи у ліжку. Тільки не на жарту собі п'яту точку. Краще почитати книжку. Ти не один, весь мир тепер дома сидить. Карантин. Це час для родин. Stay home, залишайся вдома. Ти шикюр елерим. Призывы, сидите дома на разных языках. Молодец, Настя, молодец. Конечно, это очень сложная такая ситуация. И то даже не в одной стране, а весь мир этим завязан. Тяжело слушать, вот там как начну слушать эти сводки все, и на телефон приходит, и это, и как читаешь, действительно очень тяжело. А тут, пожалуйста, отдыхай. Вот Настя подсказывает, нечего шляться, сиди дома, отдыхай. Ну что? Мы смотрели несколько роликов, у каждого свои призывы. Вот Настя предлагает перемерить весь гардероб. Интересно, надо, наверное, свой перемерить. Я так думаю, а что делать? Надо заняться, наверное, гардеробом. Там, наверное, надо половину выкинуть, не влезу. А так бы сижу дома. Но я не сижу просто так. Я все равно двигаюсь. Мне вот говорят, сидишь, смотришь ролик, сиди ровно. Я даже тут двигаюсь. И так кругом. Так что наши звезды молодцы. Видите, так сказать, устраивает нам хороший отдых. И вместе с тем сидит дома, рассказывает, беспокоится о нас. Так что, Настенька, респект тебе и уважуха, как говорят. Даешь позитивный заряд. О, приятно было смотреть на твою улыбку такую. Она мило так улыбалась. Вот сидит дома, не шляйся, не этот, и как Настя, занимайся. Можете снять ролики такие небольшие себе. Ну, видите, она сама и заводит всех, и создает, так сказать. И молодец, Настя, она создает настроение, доброта, красота, улыбка это. Такой, ну, талант у человека, видите. И вот пошло,
как вроде эстафета. Вот Потап был, теперь это, кто следующий? Я поищу, и мы дальше будем смотреть следующий, кто про карантин и что говорят. Ну, видите, вот мне понравился, за Потапа понравился, за Настя молодец, очень-очень. Так что, молодец, Настенька, и, как говорят, 36,6 тебе. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.